Now we come to the sermon of chapter 5, the fourth sermon. А теперь мы переходим к четвертому посланию, которое изложено в пятой главе книги. The first three verses of this particular sermon. Первые три стиха этого конкретного послания. There is a prediction of a 90% destruction of the population. Предсказание о 90% уничтожении населения. My city of San Antonio is about 1 million people. А в Сан-Антонио у нас проживает примерно миллион людей. If this prophecy came true in San Antonio, there would be 900,000 dead. Если бы этому пророчеству суждено было сбыться в Сан-Антонио, то 900 тысяч бы погибли. And that's what Isaiah said, or that's what Amos says. Вот об этом здесь и говорит Амос в первых трех стихах. A city of 1,000 will have 100 left. So that is. Ибо так говорит Господь Бог, город выступавший. А тысячи останется только сотню. И выступавши сотню, останется с десятком у дома Израилева. That's the picture of this remnant that will be left after Assyria comes through. Это образ вот этого остатка, который сохранится после того, как придут ассирийцы. There is the temptation on the part of the Israelites, perhaps, to escape this judgment. Наверное, у израильтян было искушение каким-то образом избежать такого наказания. And maybe they will go to Bethel. И, наверное, они собирались пойти в Вифиль. Remember, that's the place where Jacob met God. В Вифиле, именно в Вифиле произошла встреча Иакова с Богом. Or maybe they'll go to Gilgal. Или, может быть, они могли бы пойти в Галгал. Where Joshua oversaw the circumcising of the men. Там, где произошло обрезание всех тех, кто вышел из пустыни. Or verse 5, maybe they'll think about going to Beersheba. Или, может быть, в Версавию. And that's where God appeared to Isaac. Это то место, где Бог явился Исааку. God says, don't go to those special places. Бог говорит, да не ходите вы в эти особые священные места. The only hope to avert judgment is to come to me, God says. Единственная возможность избежать такого наказания — это обратиться ко мне, говорит Бог. And this is the patient, loving call of God. Это вот это долготерпеливое воззвание, такой призыв Бога. He doesn't want to destroy his people. Он не хочет наказание для своего народа, не хочет, чтобы этот народ был уничтожен. But if she continues in this path of rebellion, но если народ продолжит противиться Богу, he will bring about her destruction. То он пошлет на них разрушение. Then God just describes a little bit of some of his work in verses 8 and 9. Дальше в 8 и 9 стихе говорится о деятельности Бога. He's the one who creates the constellations, the stars. Бог — это Бог, который творит звезды и созвездия. Gives us day and night. Дает нам день и ночь. He speaks in a way that shows a real understanding of how nature works. Он говорит так, что мы начинаем понимать, как действует природа. Sometimes people today think that people in the Bible are ignorant and don't know much about science. Иногда люди, наши современники, полагают, что те персонажи и люди, которые описаны в Библии, ну, люди, жившие в ветхозаветные времена, это люди невежественные, и наука им неведома. But listen to what Amos says. Смотрите, что говорит здесь Амос. Says God calls for the waters of the sea. Verse 8. В 8 стихе призывает воды морские. And then pours them out on the surface of the earth. Разливает их по лицу земли. So he is speaking about the process of evaporation. Здесь он говорит о круговороте воды в природе. And how the water is stored in the clouds and then poured out again. The hydrologic cycle. That's what I said. Oh, very good. I'm sorry. So Amos understands that, understands how God's creation works. То есть Амос это понимает. Не нужно думать, что это были столь невежественные люди, что ничего этого не понимали. This is the God with whom Israel is dealing. Это Бог, который судится с Израилем. And this is the God who will bring judgment against them. Это Бог, который навлечет наказание на Израиль, если Израиль не покается. And again, in verse 10 and following, it is because of their oppression of the poor. И опять в 10 стихе и далее речь идет о притеснении и об угнетении бедных. There is injustice in the gates. О несправедливости во вратах. Now you may already be aware of this, but let me just make the point. Наверное, вам уже знакома эта мысль, но я хотел бы ее повторить. At the city gates in the ancient world. В древности был город и были городские ворота. This is where the judges would sit to. У ворот обычно сидели судьи. Make judgments. Которые вершили суд. And to render their verdicts in courts of law. И выносили приговоры. You see that especially like in the book of Ruth.
Особенно эта картина становится явной в книге Руфь. In a situation where Ruth was given justice and and that's typical in the ancient world. Когда был вынесен справедливый приговор. В общем, я хочу сказать, что это традиционная картина в древнем мире. Well, in Israel, when justice was given at the gates in the days of Amos. В Израиле, когда правосудие вершилось у ворот в дни Амоса. The judges were hated if they gave true justice. Судьи ненавидели, если они судили правильно. Because what the people wanted was to continue to oppress the poor. Потому что люди желали, чтобы судили превратно. Давайте лучше притеснять бедных. Давайте лучше выносить приговор в пользу богатых и так далее. They want to be able to spend money on themselves. Почему это? Для того, чтобы богатые могли за счет бедных наживаться и, соответственно, тратить средства на себя. And justice is not what they wanted. Они не хотели ни правосудия, ни справедливости. They wanted to build houses made of stone. Они лишь хотели каменные дома. All the people were living in houses made of clay. Люди жили там в домах из, как они назывались, из глины. But the rich were living in these enormous, luxuriant houses made of stone. Камень в то время был дорогим строительным материалом, и лишь богатые люди могли позволить себе построить дом из камня. So the judges are accepting bribes. Итак, судьи берут взятки, берут подарки. The poor are turned aside in the gates. Бедных притесняют. And what does a prudent person do at such a time? Mm-hmm. Look at the last line of verse 13. И в 13 стихе в конце мы читаем. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. То есть, как поступает разумный? Он безмолвствует. It's no good. Don't even say anything. Даже ничего не говори, все равно ничего не получится. But Amos will not remain silent. Но Амос не собирается молчать. He's sent by the Lord, and so even though he knows he's not going to be listened to. Его послал Господь, и даже несмотря на то, что он понимает, что его не будут слушать. Keep on preaching. Он будет продолжать проповедовать, возвещать волю Божию. Now let's continue to look at this next sermon. This is the same sermon, verse 14. Теперь 14 стих. This is one more exhortation to repent. Еще один призыв к покаянию. They say that the Lord of hosts is with them. Они говорят, что Бог Саваоф с ними. Now, has the Lord really been with them? А был ли с ними Господь? Нет. No. Yep. True. Not in power. Не в силе, во всяком случае. And that's because of their injustice. Именно из-за того, что они творили неправду. So there's even a sense of tentativeness here in verse 15. Amos says, "If you repent, perhaps the Lord." И здесь в 15 стихе мы даже есть намек на такую приблизительность, на такое может быть. Вот смотрите: возненавидьте зло, возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудия. Может быть. Господь Саваоф помилует остаток Иосифов. То есть нет даже твердости в высказывании. Используется фраза «может быть». Допускается. Получается, что как бы нет никакой гарантии. Все зашло слишком далеко. Even if they repent, God still даже may если not вы покаетесь, может быть, Господь вас помилует. In verse 16 and 17, в 16 и 17 стихах he says that God will pass through the land of Israel. Здесь говорится о том, что... verse 17, the very end. Бог пройдет среди тебя. Вот, я пройду среди тебя, говорит Господь. Now, that phrase, pass through, вот эта фраза, пройду среди, should probably bring to our minds another historical incident. Наверное, должна вызывать у нас образ другого исторического события. Can you think of a time in the past when God passed through a nation? Вы можете вспомнить какое-то событие в истории Израиля, когда Господь прошел среди? Passover. Passover, exactly. Right. Абсолютно верно. And during that time, he passed through the land of Egypt. И в это время он прошел среди земли израильской. Bringing judgment, and he passed over the Israelites. And save them. Навлекая наказание на тех, на кого должен был навлечь, и обходя домы Израилевы. Now, if you're a Jew and you know your nation's history,
Если бы вы были евреем, вы бы знали историю своего народа. If you had heard God say, "I will pass over you again," и если бы вы услышали такую фразу, "Я обойду вас," да? You'd know, "Oh, He's going to save us." То есть я пройду среди народа, но обойду вас. Наверное, у вас сразу бы возникла мысль о том, что Бог спасет. But if you hear God say, "I'm going to pass through you," what do you think? Но Бог говорит, я не обойду вас, проходя по земле, а я пройду среди вас, то есть сквозь вас, как бы. Judgment. Наказание, правда? And before judgment had come by the death angel at the time of the Exodus. В исходе мы говорим о том, что был ангел смерти, который. But now this passing through will come by the hand of the Assyrians. Был как бы главным инструментом, and here. Here in Amos, it will come by the Assyrians, but it, mm-hmm. it doesn't say. А здесь Амос не говорит прямо, но идет намек, идет ссылка на ассирийцев, которые придут и разрушат народ, уничтожат народ. Now the very next section is Следующий in verses 18 through 20, still the same sermon. С 18 по 20 стихи мы говорим о том же самом послании. And he makes reference to the day of the Lord. Здесь говорится о дне Господнем. The day of the Lord in the minds of the people of Israel was a day of great happiness. Вот в сознании народа израильского день Господень — это обычно день великого счастья. Вот так они о нем думали. It's going to be a day when the Lord will come and bless us in all kinds of great ways. Это то есть тот самый день, думали израильтяне, когда Господь придет и благословит нас самыми разными благословениями. Just as in the United States, birthdays are times of great blessing. Так же, как в Соединенных Штатах, например, день рождения — время обильных благословений. When it's my birthday, people give me presents. Вот если у меня сегодня день рождения, все будут приходить, поздравлять меня, желать всего лучшего, дарить подарки. Well, that's what the Israelites were thinking about the day of the Lord. Вот таким образом израильтяне воспринимали и день Господень. But the day of the Lord for them would not be a day of blessing. Но для них день Господень станет не днем благословения. It'll be a day of darkness, not light. Тьмы, а не света, говорится здесь. And then he gives this story about a man who tries to escape trouble and finds it, only finds more trouble. Здесь приведена история о человеке, который пытается избежать всяких неприятностей, но находит еще больше неприятностей на свою голову. Would someone read verse 19 out loud, please? 19 стих вслух прочтите кто-нибудь, пожалуйста. Тоже как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь, если бы вышел, пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Uh-huh. That man's having a bad day. У этого человека день не задался, не правда ли? You know, you escape one. Ты избегаешь какой-то одной опасности. Yes. So you escape one judgment, one danger, only to be destroyed by one greater. А в итоге тебя все равно уязвляет что-то другое. And that's God saying to Israel. А вот Бог так и говорит Израилю. You may think you can escape judgment for your sin. Может быть, вы думаете, что можете избежать возмездия за грех ваш. But judgment is inevitable now. Сейчас возмездие уже неизбежно. And then we come to the very end of this particular sermon, in verse 21 and following. И завершение вот этого послания, стихи с 21 и далее. There's something about this worship that God has given His people to perform. Что-то есть в том поклонении, которое установил для своего народа Бог. He has given them the laws and the testimonies and the sacrifices. Он дает им законы и свидетельства и жертвы. So obviously God loves the sacrifices that He gave His people to perform. Наверняка Богу приятны и угодны те жертвы, которые Он установил для своего народа. But what does he say in verse 21? А что он говорит в 21 стихе? I hate Ненавижу. Your observances of the festivals. Отвергают праздники ваши и не обоняю жертв. You can have all the solemn assemblies you want. I detest them. Вы можете собираться где угодно. Мне это ненавистно. And why is that? Почему? Why do you think? Как вы думаете? Потому что при этом они утратили правду Божию. Богу угодно жертвы, когда они в правде делают. Because the last righteousness of God, in other words, they didn't do it righteously. They, yes. They were immoral, and yet they were trying. Yes. It was like hypocrisy. Exactly. It's two things. Абсолютно верно. Здесь два аспекта. On the one hand, they were having the sacrifices.
At the same time, they were practicing unrighteousness. С одной стороны, они приносили жертвы и совершали все необходимое, с другой стороны, вели аморальный образ жизни. And for the second thing, their hearts really weren't in it anyway. И второе, сердце они ни к чему к этому не прилагали. We'll offer a sacrifice to God, but. Ну надо Богу жертву принести, принесем. But it wasn't real worship. Если есть такое требование, выполним его, а истинного поклонения не было. And God doesn't want to have anything to do with it. А Богу с этим не хочется иметь ничего общего. He wants heartfelt worship. Потому что он хочет, чтобы поклонение было искренним и от сердца. And what he really wants is justice. И что он на самом деле хочет, так это справедливости, правосудия. Риса, would you read verse 24? В 24 стихе, пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. That is one of the most awesome pictures of what God's hope for his people's life will be, we find anywhere in the Old Testament. Это одна из самых впечатляющих картин праведной жизни своего народа, которую только можно найти в Ветхом Завете. Where justice is so overwhelming, that's all we can see, когда all we can hear. Суд и правда, правосудие — это все, что мы можем видеть, все, что мы можем слышать. One of the things I love to do in life is go camping. А мне, например, очень нравится ходить, во всякие Maybe. Походы. Maybe some of you like to go camping as well. Наверное, вам тоже. I will go in the Rocky Mountains in our country, camping with my sons. У нас там есть скалистые горы, и мы часто любим ходить в горы, и я люблю в том числе ходить со своими сыновьями. And I remember one day we decided we would camp by a waterfall. И вот однажды мы решили пойти к водопаду. It was a fast rushing river. Там, естественно, бурная горная река, которая потом падает. And we decided to pitch our tents there. И мы решили там разбить палатки. And when it came time to go to bed that night, we got in our tents. И вот пришло время уже ложиться спать в тот день, мы забрались в палатки. And the noise was so loud that we couldn't sleep all night long. Но река горная шумела так, что не дала нам просто заснуть. Мы не сомкнули глаз вообще за всю ночь ни разу. We were overwhelmed with the sound of the water all night long. Мы просто были переполнены шумом вот этой бурлящей горной реки. And that's the vision God wants his people to have for righteousness and justice. И вот мне кажется, что вот этот образ переполненности хочет передать народу Амос. Переполненности правдой и судом. Israel and we today would practice righteousness and justice. Когда и израильтяне в то время, и мы с вами сегодня должны творить правду и суд, правду Божию. Because we have been saved by a righteous, just God. Поскольку мы получили спасение от праведного Бога. This whole sermon wraps up in verses 25 through 27. В 25-27 стихе заключительные слова данного послания. And if by reading it you're somewhat confused, you're in good company. Если при чтении этих стихов у вас возникли определенные затруднения, то, поверьте мне, вы относитесь к большинству людей. Many Bible commentaries say that this is among the most difficult passages in the book of Amos. Многие исследователи, комментаторы Библии говорят о том, что это одни из самых сложных стихов. But when he makes reference here to Sukkoth and to Kiyun, in verse 26. Но вы носили скинию Молохову, звезду Бога вашего Римфана. What I think Amos is saying is that during the period of the wilderness wanderings with Moses. Мне кажется, здесь Амос говорит следующее. Мы будем этот стих разбирать, 26-й. Во время странствования по пустыне вместе с Моисеем. The Jews took with them false gods and idols that they had taken, that they had gotten in Egypt. Народ израильский взял с собой идолы, которые они вынесли из Египта. So from the very beginning, с самого начала, even from the time of the Exodus, даже с момента исхода, they had on the one hand worshiped God, с одной стороны, они как бы поклонялись Богу, and also worshiped false gods. С другой стороны, у них были идолы, и они поклонялись лжебогам. And so, as they did then, so they're doing in the days of Amos, hundreds of years later. И так, как они поступали в те дни, так они продолжают вести себя и во времена Амоса, спустя сотни лет. And because of their incessant idolatry, God is going to take them into judgment. И вот Бог будет наказывать их, будет совершать над ними суд за вот это безудержное идолопоклонство. Yeah, the sad point is that at every point in Israel's history, they have been hypocrites.
печально, что во всей истории Израиля были лицемеры. Been some points of revival, but mostly degraded religion. Были моменты духовного такого возрождения, но потом происходил снова духовный упадок, лицемерие и грех. And now God is going to bring an end to the nation of Israel. А теперь Бог говорит: а теперь я буду судиться с вами, и я положу конец беззакониям народа израильского. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Fifth sermon, chapter 6. Итак, шестая глава, пятое послание. In the first three verses of this fifth sermon, в первых трех стихах этого послания, Amos wants the Jews to think carefully about three particular cities. Амос хочет, чтобы евреи поразмышляли очень внимательно и детально над тремя городами. Они упоминаются во втором стихе. Calna, Hamath, and Gath. Calna, Ямав и Геф. Now these three cities are all to be thought about because they're great cities. Это три великие города. They were populous. В них проживало немало людей. Large cities. Большие это были города, густонаселенные. And they all had one thing in common. И было что-то, что их объединяло. They were all destroyed. Все эти три города были разрушены. So the point of the question, the point of thinking about these three cities. Поэтому почему Бог призывает народ задуматься, подумать об этих трех городах? Израиль, народ израильский, послушай, если эти три великие города были разрушены, что заставляет вас думать, что вас не постигнет та же участь? В стихах с 4 по 7 мы опять читаем о тех людях, которые жили в роскоши. A wonderful, horrible description of the lifestyles of the rich. Есть прекрасное, но ужасное описание образа жизни людей, которые жили в роскоши, богатых людей. They are self-indulgent. Это те люди, которые потакают себе во всем. Like David, they perform music. Так же, как и Давид, они играют на музыкальных инструментах. But David's music was in praise of God. Но Давид играл во славу Божию. And their music is just because they like it. Они играют музыку, ну просто для того, потому что она им нравится. Look at verse 6 with me. В шестой стих давайте обратим внимание на него. Says they drink wine from sacrificial bowls. Пьете из чаш вино. Normally we drink wine from goblets or small cups. А обычно вино пьют из бокалов, да? Mm-hmm. But they're drinking wine from big bowls. Они же из чаш пили вино. Упивались. So they can get drunk. А для чего? Да, для того, чтобы напиться. So captivity is coming. Итак, пленение уже близко. There will be people killed in their homes. Людей будут убивать в их собственных домах. Verses 8 through 11 describe total devastation. 8 и 9 стихи описывают те разрушения, которые принесут в народ израильские сирийцы. And despite whatever confidence they may have that they'll escape the judgment, и несмотря на всю уверенность народа израильского в том, что им удастся избежать наказания, it is inevitable. Наказание все же неизбежно. You can't run horses on rocks, it'll hurt their hooves. Бегают ли кони по скале? Можно ли? You can't use oxen to plow. Можно ли rocks? Распахивать ее валами? That would just be stupid. Это было бы глупо, правда? And yet it is equally stupid to turn justice into something like wormwood, something bitter.
Между тем вы суд превращаете в яд плод правды в горечь. И это также глупо. This sycamore fig farmer from Tekoa knew a lot about foreign events. Вот этот сборщик сикамор из города Фикуэ очень много знал о жизни растений. One of the very minor applications we would make from the Book of Amos. Одно из небольших применений, которые можно сделать на основе книги Амоса. Is that we need to be aware of the world in which we live. Нам нужно знать тот мир, в котором мы живем. You know, we want to serve the Lord. Мы хотим служить Богу. And I know you're here at Bible school so that you can be equipped to serve the Lord in Russia. Ну, мы с вами, когда поступаем в библейский колледж или в семинарию, мы делаем это для того, чтобы быть подготовленными к служению Господу в России. You want to be a man or a woman of the book. Вы хотите быть настоящими учениками Слова Божьего. Right? Amen? Исследователями, правда? Just like Amos was. Ну, так же, как был Амос. But Amos was also a man of his world. Но Амос также принадлежал к своему миру. And you and I are called to bridge that world of the book with the world in which we live. А нас с вами Бог призывает к тому, чтобы построить мостик между тем миром и современным нам с вами миром. So as an American, I need to be able to speak to the cultural, political events of my day from Scripture. Другими словами, как американец, я обязан знать историческую, политическую, культурную обстановку своей страны, чтобы адекватно переносить те мысли, которые заложены в Ветхом Завете, на свою, проецировать их на свою современность. And in Russia, you need to be able to bring the truths of the Bible to the cultural, political events of your day. Соответственно, вы, русские люди, должны быть знакомы с политической, социальной, культурной и так далее обстановкой в своей стране, чтобы адекватно переносить вот эти реалии на современность. And that will be the end of the fifth sermon of the book of Amos. Вот это и есть завершение последнего послания в книге Амоса. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.